Короче, это как Тарков чат. Кто не в курсе, мы в нее играли как-то полгода назад, может. Здесь также есть у вас, например, вот этот подсумок, в котором вещи не пропадут, если вас убьют. Перед рейдом можно страховаться, вещи вам тоже вернутся, если вас убивают и вещи не забирают. То же самое, бегают ЧВК против вас другие, так скажем. Пытаются вас убить, вы пытаетесь их убить. Вот, здесь лутали. Вот, ты бежишь к цветку. Вот, на нем просто. Не упал. Перед нами. Выстрела, выстрела. Дал хит. Не могу метку поставить. Передо мной на 300. Северо-запад один, вроде как. Надо этих сбрить. Зеленого тоже сбрить. И он прям вот с другой стороны. По мне. За озером, за этим. Я взорвал одного нахер! Зеленый армор. Ага, продаможил. Я не вот так с дробаша попал. Сзади. Ой, мне херово. Отступаю. Долго хились. Попала. Дробаша. Один сзади где-то у нас. Я у вас рядом. Пойдем его задушим, его вот здесь. Сзади. Вот он стреляет. Попала. Да, а что он с ним был? Он я не знаю, он опять у меня улетел куда-то. Спереди. Один наверху, да? Я хилюсь долго. Спереди снизу. Там вот так куда-то смотришь. Прям в упоре. Попала. Ни хера. Убил. Nice. Хотя бы этот не улетел, ёшкин кот, блин. Чего они летают-то так? Ну я тоже с того удивилась вообще, он улетел просто. Так я двоих в космос как запустил. Фанера, блин. И одного я, ладно, взорвал, он улетел. Но второй-то что слетел, бля? Добавим название стрима туда. Это игра The Cycle называется. Сейчас добавлю название. У меня... Бляха-муха. Это как же ты... О, не вовремя. В упоре? В доме. Я один хп. Хилюсь. Блин, в котором доме-то? В одноэтажном маленьком? Домой. Да. Вижу. Голову, минус. Ага. Вроде чисто. Еще. Где? На 165. Пойдешь? Тоже нормально. Пройди. Бля. Понаставили тут коек, бля. Дал ему, он будет хилиться сейчас. Просто скажи, где он был. Прям за забором, на 165, в упор к забору такому. Я угла возьму, если он там. Просто дашь мне инфу, ему опять хэд дам просто еще сбоку. Дохились. Вот есть, скажу он. Да, был. Я понял, да. У меня. Прям передо мной. Под корнями, не знаю. Ты сейчас прям к нему в упор выйдешь, аккуратно. Если есть хае, дай туда ему. Стой, не ходи. Дал газовую, может вылезет, смотри. Он убил. Минус. Бля. Я ему хорошо так попал. Он мне с мультикора перестрелял. Сколько я ему дал сейчас? Бляха. Хана мне, блять. Еще подошли.
Бля. Чел подкрался. Обвесы поснимал реально с ганов, как в Таркове. Так, Шитан, сейчас я спрячусь, быстренько выйду, отдам. Давай, давай. Недалеко. Сейчас под дерево соседу. Бля, тут прям, прям в упор у нас файт. Так, сейчас я отойду. Маленькие пакости каждый день. У меня упор. Чего? Двое даже, по-моему. Это, походу, те, кто только что приземлились. Я там видел. Да, вижу. Ожидай. За камушком продамажил одного. Дал ему еще немножко. Там грязь. Давай. Кинул. Минус. Еще у меня. За камнем. Минус. Ох, улетел он. Капец, они на меня забайтили сейчас. Это вот они только что приземлились, походу. Я услышал корабль. И вон вот. Еще одни приземлились только что на востоке. Искать их не пошел. Перед нами. Два типа. Да, вижу. Влево смещаются. О. Нихера! Меня сбрили просто нафиг. Одного убил. А, с пулемета синего, понял. Вопросов нет. У меня еще такое не продается даже. .49 я ему только успел нанести. Там, я его ранил гранатой. Там синий пулемет. Не синий. Красный пулемет. А, меня синего сбрили. Меня убил красная ППшка какая-то. Просто сбрила. Вот этот пулемет, да, меня сбрил? Да, вроде он. 30 тысяч этот пулемет стоит, понимаете, который сейчас меня убил. У меня всего денег 30 тысяч. Чел меня убил с пулика, который стоит 30 тысяч. Пускай медленно, но... Вон выстрел, они, выстрел, да-да-да. Перед да, нами да. На юго-востоке. Да-да-да-да. Че, поддушим их туда? Давай-давай. Можно их оттуда выпустить, в принципе. Он спалил. Он не спалил. Хит дал. Белая броня. Понял. Дал грену. Не взорвал. Там дробит. Хреново. Хеллоу. Господи. Ой, они прям вот подо мной. Да, я понял. Дал одному. Дал еще одному. Есть грену еще идут туда в комнату? Готовы оба. Hello, hello, блин. Капец, молодые люди. Стукался. Да, мне тоже там провод, шарик и подшипники. Подшипник я нашел.
Кажется, кто-то ботов там уже душит. Либо там они психуют. Да, тип передо мной прыгает. Прям у меня упор слева. Хит один. Зеленая броня. Минус один. Второй справа. Скраб по три. Вот это я сейчас прикольнулся, если упор вышел. Да, еще зеленая броня. Не рискуй. Против зеленой брони так хорошенечко. Дал еще, у него снайпа, у него 4 шота в нем. Он лоу, возможно. Справа сразу. Хит ему дал. Сломал вроде броню ему, что-то такое. Был звук какой-то странный. Бегает. Еще. Еще. Я лоу. Этот хилится у меня в упоре. Да, ушел хилис. Я на одном. Этот купаю. Минус. Где тот был чел? Где-то в центре, я не понял. Ко мне бежит. В упоре у меня. Вижу, прыгает. Не знает вроде про меня. Помощь над твоей будет. Готов. Хорош. Фух. Капец, еще у него это что ли? Мантикор, он меня не сбрил нахер. А фиг его знает, сейчас посмотрим. Так, я броню сразу свапаю на зеленую. Так. Убрал мантикор, типа... Да, мантикор тут. Нормально, что получается, мы убили. Двоих я взорвал в комнате там. И здесь еще троих мы убили. Пятерых, да, всего. Еще и залутали с них много зеленки. Нормально вообще. У нас типы. Прямо передо мной. Не убил. Два, минимум. На лбе ушел. Ага. Да, ты не сдох, что ли, ёб твою мать. Ау, мне снайпы дали. Я ему тоже дал. Убил одного. Было двое. Кажется, он наступил, там кого-то поджирают эти. Упор у меня, прям упор. Бегу. Херово. Убил меня. Да что ж ты, блин. Секунду одну, я не успеваю до вас. Я не успел. Еще один третий пришел. Уйди нахер от меня, монстр. Готов третий. Хорош. Гидравлический поршень часто находится? Ебана мать. Тут крафт оружия, ты смотрел вообще? Да. Как тебе? Как лям. Тебе вот эта болтовочка? Нет, ты просто посмотри на... урон. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.